Настоящее новогоднее веселье рядом. С этим точно могут согласиться жители одного из домов в поселке Октябрьский. Прямо в их дворе в преддверии Нового года провели праздник, и помогла им в этом управляющая компания «Потенциал». Создать праздник для жителей управляющая компания «Потенциал» планировала давно. И вот, прямо во дворе дома совместно с жителями они устроили настоящее представление, которое объединило всех присутствующих. Данное мероприятие способствует, в первую очередь, знакомству, сплачивает как персонал компании, так и собственников между собой, ну и, соответственно, сотрудников компании и наших любимых жителей. Есть возможность познакомиться напрямую с генеральным директором и другим руководством, пообщаться, задать какие-то, может быть, вопросы, ну, естественно, доставить радость, ту радость в Новый год маленьким детишкам. Такую тенденцию по объединению жителей с сотрудниками управляющей компании благодаря подобным праздникам планируют продолжать. Жители отметили, что после все хозяйственные вопросы будут задавать по-соседски, а для детей это только лишний повод для радости. Да, конечно, нам очень понравилось, потому что это первый раз за такое время, сколько мы здесь проживаем, за 6 лет. Ну, детям очень нравится. Помимо жителей Октябрьского, управляющая компания «Потенциал» пригласила гостей с Люберец, благотворительную организацию «Лучик надежды». От нее на праздник приехали 3 семьи. Детям интересно и на воздухе, и немножко их отвлечь от дома, от этой техники и всего остального. Они, по-моему, здесь забыли уже обо всем. Скачут, бегают, носятся, веселятся. По-моему, замечательно. И разный возраст, и всем интересно, и маленьким, и постарше. Чай, сладости, мандарины и, конечно, гости. Дед Мороз со Снегурочкой. Все как в новогоднюю ночь. Главными зрителями и участниками праздника были, конечно же, дети. И их эмоции от праздника порадовали как родителей, так и организаторов мероприятия. Мне понравилось, когда мы лепили снеговиков. И еще, когда мы водили хоровод вокруг елки. Еще, когда мы ручками двигали. И варежку играли. Мне, в общем, все понравилось. Танцы понравились. Можно было попить чаю, поболтать с друзьями. В будущем для своих жителей компания планирует проводить не только праздники, приуроченные к Новому году, но и другие, которые отмечают на территории России. Также в планах увеличение площадок для проведения мероприятий не только на территории одного комплекса, но и во дворах других многоквартирных домов. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.